В этом году в Сысерском районе планируется реализовать 14 народных проектов по ремонту и благоустройству социальных объектов в 7 сельских поселениях. Такие планы озвучили в местной администрации. Обновление памятников, ремонт дорог, организация народных праздников, обустройство колодцев. Вот основные направления работ. Все, что связано с инициативным бюджетированием, то есть это народные проекты, это инициативные проекты. Вот, они сейчас раскачивают людей, люди начинают выходить на собрания, люди начинают, скажем так, формировать определенные инициативные группы, подавать проекты, и не один проект, по нескольку проектов, даже есть какие-то некоторые проекты распределяют на несколько лет, то есть, ну, исходя из объема финансирования. И поэтому, да, активность людей повышается. Всего в этом году в Коми реализуют 388 проектов программы «Народный бюджет». Жители республики самостоятельно выбрали идеи, которые они готовы реализовать при поддержке республиканских и муниципальных властей на условиях софинансирования.